Валентина Гунина сейчас с нами в пресс-центре. Валь, у меня было такое чувство, что для тебя сегодня самое важное, это, конечно, попытаться победить. И уже либо ничья, либо поражение не имело такого уж принципиального значения. Так ли это? Да нет, мне казалось, я просто хорошо получила. Что-то я в какой-то момент начала зевать, все-таки FIDE 8, FIDE 4. Ну, как не знаю. Казалось, что хорошо было, что-то я... Ну, не идет. Именно вот до этого момента, да? Да, мне кажется, просто все не идет. Я уже настолько устала, что я просто хочу домой. Можно ли сказать, что именно в этом турнире слишком высокое напряжение? Настолько важен вот этот именно момент, что только первое место берет все, как бы? Да нет, знаешь, для меня самое тяжелое было, наверное, что все-таки 13 туров. Я понимаю, что я даже до половины не доживаю. То есть у меня голова просто отключается, не работает. Тяжело.